пойме реки Жеребиловка находится один из родников, интересных достаточно родников. Его называют по названию близлежащей деревни Тионцы. Вообще родник сам по себе представляет собой вот такое вот криополе, когда на достаточно большой территории на поверхность выходит много-много воды. Имеется небольшой желобок для сбора воды и ручеек. Дальше впадает в реку Жеребиловка.